Вот, видите, ночь на 6 июня. Два одеяла. Вот, вот, смотрите. Короче, решил я прямо-таки наладить лыжи в МГУ или куда-то там с целью побеседовать с учеными на своем канале. Но и, в общем, залез в интернет, сейчас 10 минут я этот вопрос изучал, как мне подобраться к ученым. Узнал, что в Калязине есть радиотелескоп мощнейший. Чуть ли не 170 метров в высоту. И что там он работает, и там штаты 17 человек. Я думаю, что если я туда припрусь на машине, то к воротам, я думаю, что арест будет просто неизбежен. Подумают, что я какой-то шпион-диверсант. Хрен знает кто, просто туда припрусь. Да и что мне там говорить с этим персоналом? Я думаю, там самих ученых нету. А вот в МГУ я уже нашел там женщина, между прочим, астрофизиков и охрененный, там доктор наук, там у нее список публикаций просто такой, как у меня, извините, список, я не знаю чего, каких-нибудь блюд, которые я ел за последние несколько лет. Ну, имеется в виду марок еды, там, я не знаю, название сосисок. Что-то, короче, огромный список у нее. Трудов. Список не сосисок. А мне же нужно задать какие-то вопросы по существу. А именно, внеземной разум. Что он есть? Какие вообще есть перспективы у науки? Какие есть темные пятна, в чем они заключаются. Ну, в общем, интересно, конечно. Посмотрим. Я думаю, что, может быть, даже на этой неделе я смогу куда-нибудь наведаться. Спокойной ночи.